Следующий трек называется «Китайская комната». Музыку написал Денис Акопов. Ты не узнаешь? Нет. Вся покрылась серым стером, между пальцем застрял вселенского абсурда окурок. Люди просят рассказать, каким червячек странных ты был, лезешь в свой голову, чтобы показать красиво храма дары. Но пока ты их нес, подостали зубы в руку, и фотографии выцвели, воспоминания ночи проснулись утром шутками, которые расскажешь, когда пойдешь в тропы выцепить. Пары близнецов, что войти увлечен своим зеленым долом, стены пропитаны дымом, так что и запоет мозг отхватить косяки. Я написал веселый трек из своего сети, я там считаю для сети, иду искать смысл. Собираюсь дорогу, смысл уговаривать до утра, пара яблок заменит обед, теплая надежда заменит кровать, очки, плеер, орбит, чтоб не видеть, не слышать, молчать, заварить куэр на дорогу, а то мотает качан. Закрыть дверь, братан, ты чё, упоролся?